я начал ощущать свою партнершу. Партнерша хочет ощущать своего партнера, да? Что начало танца начинается, что мы сейчас начинаем танцевать. Сюда ощущение идет из центра в руку. Да, то есть эта рука просто не находится в свободной позиции. Она сразу же начинает реагировать, как только вы начинаете подтягивать себя на ноге. Да, дальше. Замахи, допустим, да? То есть замах — это какое-то действие, которое мы делаем перед тем, или оно противоположное действие, действие тому, которое мы собираемся.